Привет всем, кто смотрит канал «Сумерки богов». Это канал для тех, кому не безразлична судьба музыкального театра в России и в мире. Только что в Большом театре состоялась премьера спектакля «Балмаскарад», Опера Верди давно не шла в большом, да и остается в каком-то смысле знаковой для этого театра. В далеком 79 году в большом поставили легендарный ныне спектакль, в котором как глоток воздуха были декорации иностранца Николая Бенуа, потомка прославленного рода. А в составах значились все звезды большого тех лет – Милашкина, Косрашвили, Мазурок, Образцова, Садкилава. Понятно, что сегодня бы этот спектакль выглядел анахронизмом, но театр это такое место, где ничего не проходит впустую. Каждый спектакль, особенно легендарный, становится в кирпичиком в его истории, и следующие постановки всегда обречены на сравнение. Меня трудно обвинить в любви к старым спектаклям, но то, что сегодня давали в большом, заставляет кричать во весь голос «Верните те старые тряпки и плюшевые кочки». Берясь за бал маскарад в нынешних условиях, дирекция театра, конечно, думает только о том, что в Большом сегодня нет устоявшейся публики, нет связи поколений ни в трупе, ни в зале. Люди хлопают посередине арий. Правда, для премьеры в Национальном театре позорно видеть три десятка пустых мест в портере. Зато Урин напялил наконец рубашку с галстуком. Видно, смотрит «Сумерки богов», прислушивается. В угоду времени надо все время делать в большом шоу. Нет ничего плохого в самом слове «шоу». Ну и шоу бывают умными, интересными, а бывают трескучими и примитивными. Именно такое пустое действие Большой сегодня и показал. То есть есть декорация, она огромна. Она изображает колоссальный дом массачусетского губернатора, который вертится по кругу. Но жизни и действия все равно нет. Артисты все время стоят на авансцене и поют, глядя на дирижера даже в любовном дуэте. И на Тогда, когда музыка звучит особенно трагично, появляются видео почти хичкоковского воронья. Ну еще выезжают... Машина белая, идет золотой дождь из блесток в сцене бала, но тщетно спектакля нет. Да, что поделать, итальянец Давида Ливерморе режиссер класса «Б». Особенно он и не старался. Конечно, в Италии сегодня, где огромный дефицит на родных режиссеров и певцов, любой маломальски способный гражданин республики становится чуть ли не национальным героем. Ливерморо приехал на первую неделю, говорят, а затем оставил выпуск спектакля на совесть своего ассистента. И речь идет вовсе не о переносе старой постановки, а об абсолютно новой постановке. Дирижер Джакомо Сагрипанти продолжает плеяду приглашенных дирижеров Большого театра, которые должны продемонстрировать нам величие его музыкального худрука. Чем хуже для нас, тем лучше для Сохиева. Поэтому маэстро Сагрипанти продемонстрировал свои блестящие способности по разваливанию крупной формы и несовпадению с певцами и хором. А когда форма совсем уже развалена, он начинает загонять оркестр и певцов. Нынешний балмаскарад – это и торжество ужасающей кадровой политики. Помните, как Урин обещал нам только певцов из Большого театра в его спектаклях? В балмаскараде заметно то, что даже уже маржи, то есть исполнители партии второго положения, выписаны из-за границы, а значит, расходы на проезд, проживание, повышенные гонорары, исполнителей партии Оскара во втором составе или Самуэля в первом. Но что там маржи, когда Большой на этот раз по полной облажался с сопрано. Сначала позвали китаянку Хуйхе, которая была много лет назад на уровне, но теперь голос у нее расшатан, поет она фальшиво. Тем не менее, она несколько недель продержалась на репетициях. Как это возможно в театре, где работают профессионалы? Все же ее отправили домой, и мы получили за 10 дней до премьеры Оксану Дыку. И вновь та же самая история. Сменили шило на мыло. Дыка еще недавно могла соперничать с другими певицами. Сегодня она может конкурировать только с покойной имой сумок. Звуки перуанского леса, которые вылетают из ее горла, имеют мало отношения к пению. Фальшивые ноты, блуждающая интонация. Да и тишифорты петь не умеет. Орет она так, что перекрывает троих мужиков и оркестр на сцене. От этого крика разваливается дуэт с тенором. У того нет и половины дыкиной мощи, он начинает форсировать, от этого страдает все. И выходит уже не Верди, а какой-то Росиневский дуэт кошек. Тенор Джорджо Беруджи тоже звезд с неба не хватает, но, по крайней мере, итальянский его родной язык, хоть в этом плюс. Голоса его мало для такой большой сцены, как Большой театр. Он стоит на авансцене и слышно только его только тогда, когда оркестр играет пьяно. По слухам, сегодня ночью театр даже хотел поменять дыку на Нечаеву из старого состава, но все испугались суда с агентом. Болгарка Надя Крастева пела Ульрику, превратившуюся в этой постановке в певичку китайского опиумно-борделя. Надя солидная певица, я приглашал ее в свое время для исполнения партии «Кармен» в постановке Дэвида Паунтни. Критики ее тогда раздолбали, а Надя, тем не менее, сделала серьезную карьеру в мире. Но Ульрика, безусловно, не ее партия. Ей тяжело ее петь, она не всегда точна, но хотя бы образ совпадает. Порадовал только Владимир Стоянов, баритон, который исполнил свою партию чисто и не без художественного вдохновения. Можно, конечно, придраться, что голос уже немного староват, но он своей арией только в третьем действии наконец сорвал что-то похожее на аплодисменты. Кстати, премьерный состав обещали солисту театра Игорю Головатенко, который в результате обиделся и взял больничный. Обычная история в большом. Тоже весьма поучительная, так как театр обходится грубо и невежливо со своими артистами. В результате срочным порядком выписан баритон из Новосибирска. Он приедет к третьему спектаклю. И вот такая арифметика. Режиссер уехал после первой недели репетиции и вернулся за две недели до премьеры. Сопрано появилась после 11 апреля. Баритон номер два приедет к третьему спектаклю. И о каком качестве мы можем говорить в этой ситуации? Остается только вспоминать смешные плюшевые кочки на поле мертвых в спектакле сценографа Бенуа. Публике спектакль, конечно, сегодняшний понравился, а вот я больше туда не ногой. И какое же было хорошее начинание, наконец, пригласить оперного режиссера, а не кого-нибудь из коллегии Союза театральных деятелей, или собрать солистов из мировых звезд. Но все, увы, закончилось, как всегда. В театре просто не работают нормальные механизмы, по которым живут настоящие оперные дома. И прошли годы, когда неудачи можно было легко списывать на отсутствие бюджета. Сегодня мы должны спросить с руководства театра, почему они не в состоянии пригласить нормальных певцов. Я уже не говорю, что ансамблевая культура вообще ушла из театра. Об этом просто некому, некому думать. Следующий новый спектакль Большого – «Богема Пучини» в июле. А в ближайшее время эстафетная палочка Ньюсмейкера перейдет к театру Станиславского, и в ближайшие два месяца мы будем говорить только о них. А пока я мечтаю увидеть «Балмаскарад» в старой постановке. Прощаюсь с вами. Спасибо, что вы сегодня были с нами. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и до новых встреч на канале «Сумерки богов».